блядь, утка ебаная опять нахуй сидит. Села уточка посидеть. Как ты сидел, утёнок? Нормально? Дай-ка я подожду его тихонечко. На картах спустился. О, дай-ка я же, блядь, ебать. Я же нахуй профессионал, блин. Стрелять с присоски. Прям его как разъебем. Это самый ближний молодой человек. Хорошая работа. Так, ладно, вот здесь есть. Обнаружен контракт на ликвидацию. Не, да, лучше вот это. Извиниться можно. Ага. Так. Ну, погнали. Обнаружена станция покупки. Открывается газ. Чё, блядь, наверху, короче, пиздец. А, я на пулемете не поменял эту хуйню. Ствол на пуле еще надо было поменять. Противник отслеживает ваши координаты. Где-то ко мне идет мой убийцу. Вопрос, где? Дай мне взять комплект, блядь, погоди. Отправлена посылка с комплектом. А, он его на рыбе забрал. Тот, который я покажу. А, да, на рыбе.
Тот, который я хотел забрать. Над нами вражеский БПЛА. Поохотился. Бэпочку возьмем. Бэпочку возьмем. Авиаудар противника в укрытие. Это без датчика тяжело. Ведем разведку. ППЛА входит. Опять кто-то вылез с башкой, дурень. Союзная посылка с конфликтом уже в пути. Блин. У меня два там, а этот-то где? Или этот съебался туда? Я не верю. Тут не за что-то это. Газ приближается. Отмечаю безопасную зону. Внимание, у ВПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Чел, вот здесь где-то. Тут еще один должен быть. Вот он, перевернул. Отмечаю цель. Ну, блядь, вроде нас, сука, где-то вот тут, блядь. Наоборот, нахуй. Что, блядь? Простите. Давай, дети. Давай, увидимся сейчас в зоне с тобой. Да. Уйдет, блядь.
ушел, блядь, и никто не помог. Ну как так, а? Ну что за люди? Почему никто не помог? Где все? Он, блядь, он светится на всю карту, блядь. Это пиздец. И никто его, блядь, не закрывает. Ебаное лобби долбоебов, блядь. Ну ты посмотри, нахуй. Щел пробегает через всю эту хуйню. Бля, надо, короче, брать этот такой. Называется. Он до сих пор живет. Ебанутый. Он до сих пор живет. Сука, что за люди? Ну, внутри сидим, блядь, естественно. Блядь, да что ж ты такой живучий-то, хуеглот? Блядь, ну как так? Почему постоянно броня слетает? Блядь, это пиздец какой-то, нахуй. У него постоянно просто слетает броня. Не-не-не, нахуй, надо это брать. Келлинг. Где-то урод, блин, наоборот. Я должен был боком полететь. А, где нахуй, блин, блядь. Ооо, пиздец. Не, я келлинг. К-31, вроде он заебись. Не знаю, пиздит броню и все, блядь. Чуваков мне не ног. Следуйте в новую безопасную зону. У меня какая-то нездоровая. Просто ног, просто броню. То ли у него реально с прицелом какая-то хуйня. Надо выше башки прицеливаться, что ли? О, щиты. Щиты. Чё нахуй? Откуда, блядь? Вот и всё. Сука, блядь. Над нами вражеский ППЛА. Где она? Сука, теперь осталось дело за малым. Он наебет.
ебануть это все. Бля, это невозможно, пиздец, мозаика ебаная, блядь, как это чекать? Опасная зона сместилась. Чё, спрыгнул вниз? Спрыгнул. Кто по нему стреляет? Ага, он меня стреляет, заебись, интересно. Запрашиваю огонь, цели отмечены. Я штурмовик 3, вас понял, захожу на цель. В смысле, даже тачку не выйдет? Чё нахуй? В смысле, я даже тачку не верну? Он же прям поставил ее туда, куда я въебал. Блять, так и знал. Сидит стопудово там пылесос. И здесь. Наша задача уничтожить цель на ликвидацию. Пиздачка, конечно. Виновата. Ты красишь. Ну там точно сидит, чем здесь. Он там на крыше, но не пикает. Заканчивайте бой. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Угу. Вам отправлена посылка с комплектом. Почему я лично могу?
Зона. Мы потеряли цель. Огонь, блядь. Вот там нас. Вы попали в десятку это уже меня лагает, пиздец. Лака. Не, ну а чё? Так тоже бывает.